Всем привет, меня зовут Кишандр из команды Courage Gaming. Вчера мы играли на Face City против команды DSKU, они заняли первое место, с Табачей выиграли. В общем-то, в этой команде вот ники этих игроков. Herowall, Blaze, Zenix, Pupis, Pekin. Вы все сами видите. В общем, сейчас я покажу вам ковку одного игрока из этой команды Herowall. Также этот игрок играл на турнире AM-Series LTV. Против него также было видео, и, соответственно, игрок Бубоник, как вы видите, писал о нем то, что этот человек играет с читами. Тут все написано, если кому надо. Вот, ссылка будет под описанием видео. Тут все написано прекрасно. Тут тот, этот же игрок Herowall. Секундочку, вот, как вы видите. Качество побольше сделаю. В общем-то, ник он уже поменял. И Steam ID, соответственно, поменял, нужно SLTV. Но этот человек также играл вчера. Играть, когда против вас кто-нибудь попадется. Итак, вот, короче, первое видео. Парня нелюбическая реакция, сами сейчас все увидите. Убил. Как он увидел его, я не знаю. Сейчас я вам включу модельку и промотаю назад. Как вы сейчас заметите, перед тем, когда человек, когда мистик, я скажу, будет выходить из церкви, он заранее будет стрелять. Еще моделька не покажется у него на экране, но он уже заранее будет стрелять. Два патрона уже вылетит, смотрите. Раз, два. Видите? И вибическая реакция, извините за мат. Смотрим дальше. Так вот, второй момент. Пока что без модельки на карте. И теперь с моделькой. Промотаю назад. Секундочку. Собственно говоря, перед тем, как он будет заходить на ребра, ребят, обратите внимание, как он прицелом начнет водить по коврам, и этим самым он как бы увидит типа, который на коврах. Сейчас я сделаю чуть-чуть поменьше скорость. Вот, смотрите. Прицел поворачивает направо, уводит обратно, и опять поворачивает, смотрит. Ага, понял, как что там стоит человек на бортике. И смотрите, как он подойдет к этому раунду. Он подойдет к углом, к большим, при этом не чекая большие, и не опасаясь того, что его убьют в спину. Сбривает меня, и каким-то хреном знает, что там стоит тип, на коврах резко сбривает второго типа. Ну, как вы видели. Так вот. Игрок под названием Момомо, это DSKU. Это тот же самый Herowall. Вот, потом я вам покажу его. Дальше на сайте. Так. Так, вот третий момент, ребят. Как видите, АВП стоит и контрит его, он не высовывается, знает, что там АВП. После чего, когда этот человек отошел, он уже выходит и чекает. Потом, когда наш мейт отдал ребра и смотрит уже как бы с 15 заход на ребра. Вот он стрельнул, и как бы пошла информация, что есть кто-то на 15, тут ничего подозрительного нет. Но вы сейчас сами увидите,
как он через стеночку смотрит и выходит резко, наводится моментально. Вы сами все видели, да? Могу вам также показать это без модельки. Промотаю назад. Вот так вот. Следующий момент. Еще один момент. Меня посмотрел, по прицелу убрал. Я уже был в подвале. И перед тем, как мои мейты выходили из ковров, стрелялись и шла информация, я стоял на винте и ждал, когда этот тип или кто-то будет в спину заходить. Но вы сами все видите, как он меня убивает префом. Как только я начал выходить, когда никого не дождался, он меня резко убивает. И убивает последнего. При том, что не опасался, что этот человек мог уйти с полтора или еще откуда, он знал, что именно находится на банане. Так, ситуация 2 в 3. Вот, один чел вылез, шафтик. Моментально убивает. И о другом челе, который на углу на кафеле, о нем как бы нет инфы. Возможно, мог топнуть, но он неумышленно, посмотрите, просто поворачивается и смотрит как бы на него, и отворачивается. И дальше смотрит за тройкой, при этом перестраиваясь более к левой части стеночки, чтобы ожидать, что выйдет тип с кафеля. Ему так удобнее будет убивать. Он убивает за тройкой и видит, что тип выходит на него как бы с шифтом, потом начинает резко бежать. И он сразу зум заранее открывает. И бам, убивает. Вот такой вот.